Партнер проекта «Отдел ткани». ЦУМ, четвертый этаж. Добрый день. Несколько лет назад вы купили дом где-нибудь в Болгарии или Черногории и рассматривали эту историю как неплохую инвестицию. А сейчас оказалось, что содержание зарубежной недвижимости вам не под силу. При продаже недвижимости эксперты Трания советуют учитывать несколько моментов. В некоторых странах продавцу недвижимости придется платить налог на прирост капитала. Налог на прирост капитала взимается от разницы между ценой покупки и ценой продажи и выплачивается один раз, как правило, только в той стране, где расположен объект. Если в России ставка налога выше, то доплачивается разница. Российским собственникам зарубежной недвижимости также нужно знать, что деньги за проданные зарубежные объекты нужно перечислять на счета в России, иначе грозит штраф до 100% от стоимости объекта. Эту необходимость можно обойти. Как? Можно зачислить часть средств от продажи недвижимости на счет банка, а оставшуюся сумму на счет зарубежного юридического лица, нотариуса или адвоката. Это правило денег.